Ребятки, заранее скажу, этот ролик абсолютно ни о чем. Ну, правда. Я просто чинил 5 генераторов, мы сбежали, подсейвил немножечко чувачка, выиграл время. Но, блин, мне просто порадовала реакция Бубы, поэтому я это оставлю здесь. Так, а ты после вечернего стрима ложился? Не. Бля, я за график сна переживает. Блин, не дай бог опять эта вариация, это же охренеть можно. Да хватит, пожалуйста, ну блин, что-то... А, фу, 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 нет, все нормально, по кайфу. О, не, ну, я считаю, надо. О, понеслась. Да ну нет. Ну прекрати. Спасибо. Это я считал, если бы я пошел вечером, а так это будет, я в ночь выйду и проснусь днем. Нормально, короче. И следов не видно. Очень полезный тотемчик. Это Бубас, кстати. Он куда-нибудь пошел. Ну-ка, пожалуйста. Не совсем центр, но пойдет. Привет. Ой-ой-ой-ой. А, нормально. Нормально там. Дед просто. Вот там можно бегать вообще очень долго. Главное не ошибиться. Я так через 3 часа я сижу. Так, иди спать, ты чё? Зачем ты к нам пришел? Хотя, наверное, нужно было остаться, втроем быстрее бы вычислили рентген. Блин. Я идиот. Чел все правильно сделал. А я не знаю, они его не засейвят вообще никак. Под бубой сейвить это себе дороже. Хотя у него очень быстро уходит. Он в лицо стоял. О боже, этот Буба гениален. Не, ну через 3 часа я могу погромче разговаривать, понимаешь? Тут в чем проблема? Я сейчас не хочу мешать соседям. Чила подняли. Не хочу туда идти, потому что я не слышу ни хрена. Рука чешется. Да, я буду все озвучивать. Дальние ворота открыты? Если нет, то я в дерьме. О, господи, испугал, стоит, блин, смотрит. Блин, капец, убегает, стоит, смотрит. Ой, ужас. Даже минус один не дали бы Бубе забрать. А он не запилил, потому что эта палетка оглушает 100%, если ты заходишь на уровень с ней, то есть напротив нее если стоишь. То есть там он распилить не сможет палетку. Меня не успевал. Вы слабые, anyway.